Привет всем! Сегодня у нас 6 августа. Вот такой вот утренний лес. Расцвел огромный куст чертополоха. Так вот красиво он цветет. Сегодня немножко ветрено. Такая вот красотища. И вот так вот цветет пижма. Желтое такое небольшое поле. Еще туман небольшой есть. Лес в дымке. Скошена трава. Подсыхает. Сейчас пойдем в лес, посмотрим, есть грибы, нет. Наросли, может быть. И зацвел осот. Так вот он цветет. Такие вот небольшие полянки. Пчелки немножко летают на нем. Очень даже неплохой медонос. И вот первый грибок под березовик. Наверное, был первый и последний гриб. Совсем нет грибов. Вроде и дождь хороший прошел. Но нету. Еще когда ветер так, деревья иногда шебуршат, трещат. В общем, пусто, пусто в лесу. Нету никаких грибов. Может, уже прошли. Именно здесь больше подберезовиков, подосиновиков. Иногда боровики встречались, сейчас вообще нету. Ни одного грибочка. Но зато вот такая вот красивая природа, хоть и без грибов, но все равно вот хоть можно прогуляться, свежий воздух и красота вот такая. Thank you.
И вот такой вот осиновый небольшой лесок. Раньше здесь росли свинушки, но сейчас и их нету. Вот такая вот получилась прогулка. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока!